Подрастающему поколению рассказали историю триколора и показали видеоматериалы. Мы обратились к истории современного российского флага триколора. Как, когда, кто предложил и каким образом используется флаг. Мы запомним эту дату, что 22 августа 1991 года впервые наш президент Борис Николаевич Ельцин на баррикады вышел именно с триколором. И позже, в 1994 году, он указом своим утвердил эту дату, что днем празднования российского флага будет именно 22 августа каждого года. В этом году исполнилось 20 лет российскому флагу, хотя его история началась еще на рубеже 17-18 веков, в эпоху становления России как мощного государства. Впервые бело-сине-красный флаг был поднят на русском военном корабле «Орел» во времена царствования отца Петра I Алексея Михайловича. Прежде всего, интересно же не только знать, что наш флаг – это триколор, хорошо знать, откуда истоки какие, почему именно эти цвета выбраны, почему именно государство наше гордится сейчас тем, что мы историю как бы возродили и в современном флаге притворили вот те цвета, которые существовали. Есть разные версии, почему именно выбран триколор, почему именно эти цвета. Но вот из разных вариантов можно так сказать, что белый цвет, верхняя полоса, олицетворяет стабильность, чистоту помыслов. Центральная синяя полоса – это цвет, как бы олицетворяющий покровительницу русского государства, Богородицу. В то же время некоторые говорят, что это цвет такой стабильности. И третья полоса – это красный цвет державности, цвет героизма, который присущ русскому народу.